Дмитрий Иванович, во втором матче подряд пропускаем на последних минутах. Это потеря концентрации? Второй матч подряд пропускаем на последних минутах после стандартного положения, точнее после доигровки. И мы много внимания этому уделяли на этой неделе. Несколько провели моментов, скорректировали. Но, к сожалению, сегодня мы... Я не могу сказать, что это потеря концентрации. Это закономерность. Потому что все шло к этому. Соперник достаточно много подал угловых в сегодняшнем матче. И было очевидно, что какие-то опасные моменты просто по теории вероятности, потому что их было там около, наверное, 10, я не считал, но их было очень много. Мы позволили соперникам создавать возле наших ворот, бить, опять же, создавать угловые, да, и, соответственно, после этих угловых мы получали какие-то моменты доигровки. Первый тайм соперник был лучше, нужно объективно это признать. Они индивидуально были сильнее, уходили, в общем-то, в единоборствах мы не смогли им ничего противопоставить. Второй тайм, начало второго тайма, удивительно как-то получилось, не в нашу пользу, но затем ожидаемо мы завладели инициативой. Да, у нас не было там 100% моментов, но у нас были ситуации, когда мы могли выполнить чуть точнее последнее действие, и тогда возможно было бы взять оборот. Мы этого не сделали, ну и, в общем-то, простые вещи, взрослый футбол, где нужно играть до конца. К сожалению, мы, да, во втором матче подряд такие моменты пропускаем, хотя до этого, во вторых таймах, мы все вторые таймы выиграли. До этих двух игр все вторые таймы мы выиграли. Здесь, в общем-то, уже вторую игру подряд, к сожалению, мы пропускаем. Мне показалось ли сегодня, часто наши футболисты играли недостаточно агрессивно, в плане недостаточно вперед, скажем так, словно как-то перестраховываясь и боясь взять на себя ответственность? Возможно. Мы сегодня играли низом очень слабо. Очень слабо. Соперник играл в середине персонально. У нас мало было адресов. Мы много простых мячей потеряли. Ну и, конечно же, если мы не играем низом, если мы не отдаем между линиями и не получаем мячи в центре поля, ну, нам тяжело противодействовать, тяжело создавать моменты. Поэтому, конечно же, и преимущество было у соперника. Соглашусь. Но и не только в этом. Не только в этом. Но и в единоборствах было видно, что мы чуть уступаем сопернику. В общем, я думаю, что надо признать, они были лучше сегодня, и, ну, закономерно это, в общем-то, в концовке забитый мяч с их стороны.